Здравствуйте, мои хорошие! Сейчас мы почитаем вместе с нашими зайками книжечку, которая называется «Правила безопасности о полезных телефонах». Пожарные. Чтобы огонь остановить, нужно 101 звонить. Если словно красный шар дом окутал вдруг пожар, красная машина мчит, пламя мигом победит. Милиция. Милиция поможет нам, чтоб был порядок тут и там. Ведь у нее закон такой, оберегать для нас покой. Светлым днем и ночью даже она стоит всегда на страже. Скорая помощь. Если вдруг беда стряслась, температура поднялась, срочно помощь вызывай. 103 скорее набирай. Этот номер станет другом, если встретишься с недугом. Газовая служба. Запах газа есть в квартире. Звони сразу 104. Служба газа нам поможет устранить, утечку сможет. 104 набирай, точный адрес называй. Бывают службы разные, нужные и важные. Очень часто помогают, из беды нас выручают. Если что, звонить спеши, номера их запиши. Вот такая книжечка, детки. Пока-пока.